Сейчас Анечке 11 лет. Вместе с мамой она с удовольствием играет с резиновыми пузырьками, сенсорной антистресс-игрушкой. А еще девочка очень любит рисовать, особенно красками, и заниматься на тренажерах. Диагноз ДЦП ей был поставлен при рождении. В полгода произошел первый приступ. После этого все, чего удалось достичь, родители Светланы и Александр помогали дочери освоить заново. Теперь каждое достижение для них – это новый подвиг. Сейчас Аня успешно занимается в школе «Гармония» уже четвертый год. 3 года у нас было как подготовительное, они смотрели уровень IQ, то есть на что ребенок способен. Сейчас мы уже пошли в настоящий первый класс, мы очень счастливы и довольны, все у нас хорошо, нас хвалят. Мы пока что, получается, из всех деток передовики, пятерочники, то есть как бы мы горды. Больше всего девочке нравятся тренажеры, тренировки ежедневные по 10 минут на каждом. Всего пока их 3. Первый – седло. Работа на нем – это ипотерапия, только без живой лошади. Стимулирует развитие мозжечка и развивает координацию. Второй – стимулятор для мышц рук и ног. Принцип работы как у велосипеда, только педали здесь и ручные, и ножные. Третий – беговая дорожка. Мы занимаемся не каждый день. Даже если папа или я встану на дорожку, все, у нас начинается ревность. Да что, типа, это моя дорожка, за руку уходи, я буду на ней ходить. Она уже знает, на какие кнопки нажать, на какие уже, то есть там, если не нравится, отключить. Или же показывает, что, типа, все, я больше не хочу, нажмите. Эта дорожка появилась у Ани не так давно. Средства на ее приобретение собрали учащиеся Кембриджской школы в Заречье в рамках благотворительной акции. Тогда ребята сами испекли дома торты, а потом продавали их. На вырученные деньги и был куплен тренажер. Я удивился, да, что вообще эта штука такая махина большая оказалась, да, то есть дорожки мы привыкли видеть, как бы, да, там поменьше чуть, вот такая большая махина, вот. И Аня, то, что вот сама она это делает, да, сама может кнопочки нажимать, сама вот как-то стремится к этому, да, то есть, ну, в моем понимании это что-то такое упражнение, это что-то, к чему нужно там, не знаю, заставлять ребенка, да, или как-то мотивирует, да, тут она сама как бы хочет, ну, очень мы рады, вот, и то, что Светлана говорит, что есть прогресс, да, что это помогает. Кстати, это уже не первый подарок Анечке от учеников Кембриджской школы. У нее также есть сенсорный столик с песком, который она получила к Новому году. Для девочки это дополнительная возможность развития способности к рисованию и положительные эмоции. И такие благотворительные акции в школе планируют проводить регулярно. Участвуют все дети, да, даже с детского сада у нас школа с 3 лет и до, да, до выпуска, получается, абсолютно все участвуют. Даже те дети, которые маленькие, ну, они тоже, вот там, кто-то какую-то игрушку принесет, то есть мы им расскажем, да, вот у тебя есть игрушка, а у тебя есть 2 игрушки, а давай-ка ты одну там, да, вот так положи сюда. И, ну, в таком моменте тоже есть такое вот, прямо с детства привитие, наверное, вот этой ценности, что нужно делиться, да, помогать. За чашкой чая родители Ани рассказывают Вадиму, который приехал проведать девочку, об успехах дочери. Показывают фотографии, где Анечка занимается на тренажерах, плавает с дельфинами. Каждый успех своего ребенка Светланы и Александр считают праздником. Мы не останавливаемся на достижениях. То есть у нас постоянно какие-то там тренировки, дельфинотерапия, иглоукалывание. То есть мы очень много, как бы, то есть прикладываем усилий, то есть, чтобы это все сделать. Потому что если мы будем стоять на месте, то лежать чеками, вода не течет. Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».